Полнометражный художественный фильм «Фарида» в конкурсной программе 9-го Московского кинофестиваля «Будем жить». Мероприятие пройдет в российской столице в конце августа, начале сентября. Фильм был снят кинокомпанией «Нариман Фильм» совместно с Санкт-Петербургской школой нового кино. Нам повезло, мы отснялись в 2019 году, а фильм завершили, вот постпродакшн был в 2020 году. И как раз это была такая домашняя работа, когда ты можешь дома там сделать монтаж, там звук и так далее, поэтому мы не были на площадке на съемочной в момент пандемии. Фильм «Фарида» рассказывает историю молодой девушки из селения Ханалык, которая приезжает в Санкт-Петербург, чтобы найти мужа. Она не знает ничего о том, где он сейчас. Большой город сводит и разводит ее с разными людьми и переворачивает ее жизнь с ног на голову. Главную роль в драме исполняет молодая актриса Марьям Ибрагимова. Самой сложной задачей в подготовке над ролью стала необходимость найти подходящий дефект речи для того, чтобы это выглядело органично и максимально естественно, чтобы не складывалось ощущение у зрителя, что я пытаюсь из себя кого-то строить, чтобы не возникало вопросов, как я это делаю, делаю я это так, потому что я так живу и действительно являюсь женщиной с ограниченными возможностями слуха, или я просто играю, чтобы вот таких вопросов не возникало. Художественный фильм «Фарида» недавно признан лучшим в номинации «Лучший режиссер» 4-го фестиваля современного российского кино «Горький фест». Эмин Ахмедов, CBC.